бежишь. Ну, котел, ну да, немало. Ждет домашних нас хлопот. Надо приготовить ужин, постирать, сварить компот. Мама, поиграй с нами. Вы немножко подождите, тихо-тихо посидите. С тетей я поговорю и придумаю игру. Маме некогда играть, нужно ей обед готовить, убираться и стирать. Нужно маме помогать, я и чаю заварю. Я поглажу ей платочки, постираю синий сучок. И сестрички взяли спички, в кухню девочки пошли. Газ на кухне подошли, стали чайник кипятить, чтобы маму угостить, и пошли искать утюг, чтобы ее погладить. Вдруг белый чайник стал с черным, в кухне запах, дым и гар. В кухне начался пожар. Сестры, сестры, мы, как очень.
готовы их всегда. Жить должны в безопасном мире, это всех спасателей мечта. Мы хотим, чтобы не было аварий, катастроф и дымовых завес, чтоб впереди планеты нашей главным был спасатель МЧС. В этом ярком небольшом созвездии, рядом с вами мы хотим светить, только вместе, взрослые и дети. Землю нашу сможем защитить.